Или поместимся? Ну, типа, предложила, поместимся. 5 человек. Ужинать поместились, завтракать тоже. Если унести эту коробку, то вообще не нравится, клали эту коробку. Если унести эту коробку, то вообще принято. И свечки не подготовили. Да ладно, я свечку. Что мне надо сделать? Ничего, маме нужно просто любить. Фу. Ну, после 2000 поставили, а как 11 идет. Амира, короче, Саня написала в час ночи с днем рождения. В 00:00. И ты прочитал? Нет. Она я сегодня. Садись, садись. А ты не откроешь. А куда ты отнес? Вот сюда. Ох ты, Господи, что это происходит? Дайте мне жмите, писать. Вот телефон тебе положили. Это айфон самый шестой, наверное. Самый шестой. Хорошо сказать. Тебе такой не нужен? Ну, я против айфон. Мне не нравится айфон. Проще даже. Да? О, тут даже... Сладкое настроение с радостью для вас, и номер вытерчу. Сладкое настроение с радостью и любовью для вас. И вас с большой буквы. Видишь, написано. Правильно написать. Ну, мне кажется, они просто хотели показать, насколько они долго. О, а кто это? Вот самое офигенное, это телефон. Я не знаю, как это работает. Проработаний? Ага. А все остальное? Я... Ксюша, картинками поверни сюди. Картинками? Ну що, отими... Держи коробку. О, вот так. Ой, ой, так. Так вот, єдине, що здесь лишнє, це вот это вот. Посередині. Лайкит. Лайкит. Лайкит такая, не очень. Сюда приписали самые популярные соцсети. Ну, лайк это такое. У меня есть 8. Не надо. Бесконечность. О, мам, давай сбоку. У меня есть 0. А 3 есть? 8 плюс 3. Две палочки, нет? Есть. Видишь? Все у мамы есть. Там даже 11, в принципе. Пока еще не так много. Да не надо. Проверим твои легкие. О, кстати, тут такие же дырочки, как на AirPods. Да ладно. Чё, розовый ходит? Судя по твоей этой. О, вот такие, да. Левые. Они более подойдут на этот. Здесь она будет нормально. Телефон можно весить? Пластмассовый? Да. Это не пластмассовый. Нет? Это... Ну, старый телефон положили. Ну, графику. А что ты думаешь, он шоколадный? Он и есть шоколад. Он и вместительный. Давай. Вставляй тут раз. Дайте подожгу. Ты давай будешь задувать. Ты тебя так прикольно смотришь. Ну, давай. Желание загадал? Все. День рождения наступил. Праздник объявляю открытым. На. А телефон мы не поднимем. Ну, давай, раздавай. Ну, теперь ты для этой досочки можешь сюда на стол положить. Чтобы кто-то подержал. Сколько? 5 человек, да? Да. А, тут 2 части. Все, лишь. А, дайте мне нужно. Кому какие? Кто хочет большие, кто хочет маленькие? Кто хочет вместе? Какие-нибудь, смотри. По
Бабушка, ты можешь свои порции? Мне все равно. Ладно. Мам, у тебя есть принцип какой-нибудь кусочек? Ты порежешь или порезать? Я порежу. Режь. Я уже села, я уже хочу тогда. Мам, это тебе. Спасибо. Бабушка, будешь? Слышишь, бабушки, самую такую непопулярную сеть. Поменяй мне Инстаграм. Она любит ТикТок. Ну вот. Будешь как? Сердечную у меня сеть, видишь. Где будет? Оставляй себе, я вижу, что ты себе ТикТок. Себе изглашай. Я вообще могу Инстаграм здесь хотел. Так, что Инстаграм ты мне уже отдал. Надкусывай быстрее, брать. Надкусывай быстрее, чтобы не забрали, ну. Все, Инстаграм. Так, а торт сегодня кто-нибудь? Надеемся, что съедем. Ну, правильно ты начинаешь, от серединки. Все правильно. И все, что внутри. А что за... Ты, по-моему, большой кусок кому-то. Ты себе такой наметил? Ну, давай, давай, режь, его можно будет потом... под этого, подправить. Ну, такой вряд ли кто-то сможет, кроме тебя. Ну, тогда резай, что ты бросил? Я не резал. С моей стороны. Там первый раз просто режет. Ну, ты с пониманием. А теперь опять еще раз порежь. Mm-hmm. Давай над одним чем-то занимайся, Федя. Ты тут как бы... Придержи его немножко. Ну какого принца? Давай. О, все, хорошая идея. Отлично. Идеально. Ложи дедушки и бабушки. Я сейчас умру с голоду. Ну положи ты. Маме ложи сначала. А вы сейчас его будете сбивать. Каждый будет кричать. Ложи туда, он заметается сейчас, да. Куда ложить? Вау, какая красота. Вау, это вообще апельсины или что это? Не апельсины, это манго. Ух ты. Мама оторвала себе кусок. Опа. Следующий. Как останется айфон? Ну вот этот, главный выбирай вопрос. Этот. Дедушки. Дедушки, замечательно. Еду варить. Поворачиваю еще следующий торт и отрезаю еще кусочек. Вот так вот. Сейчас еще так. Да ну. Он липнет. Так, это ничего, значит, я вытяну айфон, потом давайте разделим. Да вытрешь. Да я уберу его, он просто мешает. Он сам убирает. Раздражает просто айфон, да? Когда есть опа. Это декорация просто, что это? Это съедобное. Съедобное, да? Белая шоколадка. Можно Саша оставить, чтобы не опаздывал. Сказать, вот. Теперь ходите с этим позорным айфоном. Ну все, уже нормально, конечно. Что за такие большие куски там отмеряешь? Это небольшие, это нормально. Да? Такое же какая-то. Кому? Бабушка или девушка? Бабушке. Баб, дедушке я сделала. Короче, помоги мне. Давай. Что давай? Тарелку подставляй. Себе. Да ну, и тарелкой. Все, стрелка. Ну все, папа не хочет, в принципе. Я бутерброды. Я маму возьму, попробую. Нет, ну давай тебе отрежу. Да ладно. Да отрезай, конечно. Не, ну, папе себе отрезай еще. А все остальное... Предлагаю отрезать папе, а себе все, что останется. Офигеть, а Саша? А, мы забыли. А Саша айфон. Ну что, пусть что, нет, что он опаздывает? Ну, ждали, ждали. Опа, мама. Ну, ты нам прямо как в цирке. Это папа. Это папа. Все, ты не будешь. Или давай со мной съешь что-то. Давай с тобой. Давай со мной. Берите вместе. О, стоп. Ложечки всем дам. Вот. А ты взял?
Булочки у меня есть. А, чай, еще лучше. Это лишнее. Я хотела вот так вот вещами через пацан. А себе ты отрезал? Нет, об этом надо. Раздели с мамой. Будешь ли всю жизнь с мамой делиться? Разделяю удовольствие с мамой. Господи, как, это ты хорошо. Понимаешь? А что, тебе не нравится, когда свои дети делятся? Ты вот сидишь и... Пап, выходит наоборот, можно смотреть. Я сейчас иду. Если я вас обещаю. Нет, папа. Ты только обещаешь, понимаешь? Ты даже уйти просто так не можешь. Начинается. А ты погладила рубашку? Мы вкусные. Можете брать нести. Давай, на. Ну что, дедушка, хватит снимать. Давайте торт пробовать. Зараз, зараз. Ти ж всю процедуру освоєння торта. О, у мене глянь, який торт. Ого. Прикольний.